Привет, меня зовут Джо. Я манекен для испытаний автомобилей. Я работаю в лаборатории по испытанию автомобилей со своей семьей. Это моя жена, Джон и маленькая Джули. Наша работа заключается в том, чтобы убедиться в безопасности вашего автомобиля. Каждый день я управляю автомобилями, которые получили удар спереди и сбоку. Я побывал в сотнях столкновений. Автомобили, которые мы испытываем, стали намного безопаснее с годами. Но я никогда не чувствую себя спокойно без ремней безопасности. Существует сотни предлогов не использовать ремни безопасности. Например, мне не нужен ремень безопасности, я достаточно силен, чтобы самому защитить себя. Мне не нужен ремень безопасности, потому что я еду совсем недалеко. Мне не нужен ремень безопасности, потому что я еду не быстро. Мне не нужен ремень безопасности, ведь у меня есть подушка безопасности. Не придумывайте отговорок. Всегда пристегивайте ремни безопасности.